Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я покажу вам мой огород в начале августа. Страшно подумать, но уже начало августа. Для меня это даже некоторая неожиданность. Но начну я рассказ не с огорода, то есть не с овощей, а с прекрасного. С вот этих великолепных лилий и гладиолусов. Хотя сейчас я пришла на участок и была безумно расстроена, потому что к нам опять пробрался вор, на этот раз в Калиновку. Он вообще на самом деле ходил к нам уже несколько раз, выламывает каждый раз нашу калитку, которая, конечно, не самого лучшего качества. Но вот в этот раз он еще и выломал мне замок на кладовке, где я все храню. К счастью, пострадали только помидоры, объел красные плоды в оранжерее в моей. Но наверняка придет и еще. Все посмотрел, где что у меня растет, где что лежит. Придет, поэтому сейчас вот на ночь глядя буду ремонтировать еще калитку. К сожалению, дверь в кладовку он так раздолбал, что ее теперь так просто не отремонтируешь, не закроешь на ночь на замок. Ну, какой смысл закрывать на замок, если все выламывают. Но приходишь к этим прекрасным цветам, вдыхаешь великолепный аромат, они очень вкусно пахнут, радуешься тому, что в этом году у меня впервые за много лет наконец-то состоялись лилии такие, какие они должны быть, и забываешь обо всем на свете. Итак, давайте смотреть, но прежде чем начнем, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на канал Аленин сад, здесь уже очень много всего интересного, вам обязательно понравится. А теперь давайте смотреть поближе, что у меня здесь растет. Итак, лилии, мои великолепные лилии, солнце садится и надо успеть их снять при хорошем освещении. Несколько лет я сажала луковицы в Аленином саду и... Вспомните, хоть один год я вам показывала цветение лилий вообще. То есть было абсолютно невозможно было там ничего получить. Не знаю почему. Луковицы вот сохранялись, но то слизни с улитками объедят это все, то сырость, грибковые заболевания, ржавчина. В общем, ничего хорошего у меня не получалось. Стоило мне только лишь пересадить луковицы. Траву косят, я не могу ничего с этим поделать. Какой-то неудачный день сегодня. Стоило мне пересадить луковицы просто вот в Калиновку на песчаную почву. И ничего больше не делая, я получила это великолепие цветов. Ничего больше я не делала. Поверьте уж мне. Вот это вот моя любимая красавица лилия. Однажды в Аленином саду она цвела, был один единственный цветок, и я в нее влюбилась, потому что это такая окраска чистая, однотонная, красивый очень винный, черносливово-винный цвет и аромат, и огромный цветок. Вот уже здесь два бутончика отцвели, всего 5 бутончиков на одной луковице, так скажем, было. Вот это единственная такая цветная, яркая у меня лилия. Остальные я именно и собирала такие белоснежные в свою коллекцию. И вот эти вот меня тоже пленили своей красотой. Тоже впервые я вообще вижу цветение этого сорта, причем выше 1,5 метра, ну где-то 1,5 метра высотой они вымахали. И вот эти вот граммофончики, граммофоно-патефоно-подобные, здесь тоже у нас 5 цветочков, я в них влюбилась. Они безумно ароматные и очень-очень красивые. Плюс я рассадила их деток. Видимо, они дают много деток. И вот мы видим одиночные небольшие цветочки. Это их детки цветут. И вот здесь вот еще. То есть одна была маленькая луковичка. Я ее посадила с краю. Она уже зацвела. Еще одна необыкновенно огромная лилия. Вот ее диаметр. Не знаю, тут если разогнуть лепестки, 30 сантиметров, наверное, получится.
Но она от дождя пострадала. Не очень красивые вот эти пятна от дождя появляются. Еще один сорт. Я, конечно, не помню уже ни названия сортов, ни типа. Какая-то лилия, не знаю. Некоторые этикетки у меня сохранились. Я смогу потом, если нужно, найти, посмотреть. Тоже вот расцвела. Я ее еще не видела, вот сегодня впервые вижу. Какая же она красивая, как же они все друг с другом, вот эти белые, сочетаются. Еще разрастутся, еще рассажу, и будет нечто. Просто красотища неимоверная. И еще у меня было три лилии, самые-самые первые, вот здесь я уже их обрезала. Они похожи были на эту, тоже белые, но не один цветок был, а по 5 цветков на одном стебле. И они не пахли совершенно. То есть они были без запаха, но они зацвели в начале июля, и вот уже они отцвели, тоже такие беленькие, красивенькие были. И гладиолусы тоже. В прошлом году гладиолусы вообще у меня не зацвели, даже соседка заметила, спросила, почему у меня гладиолусы не цветут. Те же самые луковицы. Пережили зиму, были в неплохом состоянии, я их решила высадить. Высадила, и посмотрите, что они мне выдали на этой почве. Здесь разные сорта, смесь, все, что у меня накопилось за эти годы. Вот это вот, смотрите, какой будет интересный, пятнистый леопардовый гладиолус, но еще не раскрылся. Вот. Ну вот, я даже забыла, о чем я говорила. Засмотрелась и забыла. Вот такая вот красотища неимоверная. Но очень много желтых гладиолусов. Они мне очень понравились. Некоторые, конечно, не очень высокого качества, но есть вот такие вот просто гиганты. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19 цветочков. 19 цветочков на одном растении. Один такой я давно-давно, как только он расцвел, срезала, поставила в квартиру. И вот, считайте, каждый день открывается один цветочек в среднем. На 19 дней вы обеспечены красотой у себя в квартире. Очень интересный, хороший сорт, но название, конечно же, я вам не скажу сейчас. В общем, вот такая вот красотища. Клеома. Тоже мне очень понравилось. В этом году я ее вырастила первый раз в жизни вообще. Пока что она активно цветет. Очень давно зацвела, и все цветет, и цветет, и цветет. Мне писали, что после того, как она отцветет, она становится некрасивой. Поэтому ее нужно на задний фон посадить. Я вот так и сделала, но цветет она очень давно уже. И я вижу, еще будет долго цвести. Там впереди перспектива есть. И очень красиво смотрятся семенные коробочки. Тоже они очень декоративны. Вот мне интересно, чем все это дело кончится, когда она вот уже совсем-совсем отцветет, как это будет выглядеть. И сейчас подальше немножечко отойду, покажу, как цветут георгины. Вот здесь на переднем плане у меня георгины. Санни Бой мой, вечный выскочка, самый первый зацветает. И другие. Тоже уже название я забыла. А это новинка в моем саду. Приобретение весеннее. Вот так вот он выглядит. Это помпонный. Помпонная георгина. Двухцветная. Ну, как-то вот не очень обильно цветет. Была завявшая, не знаю. Мне кажется, что кто-то корни у нее там подгрызает. Конечно, как я и говорила, это будет самое яркое пятно, когда все зацветет, так оно и получилось. Глаз не оторвать. Очень-очень красиво. Вот у Дианы послезавтра будет день рождения. Я уверена, что у нас здесь будет с этими цветами настоящая фотосессия. Ну, продолжим. Огород. Здесь я убрала уже горох, чеснок и лук-шалот. И все перекопала. Все это я убрала. Здесь у меня посажена декоративная капуста. Вот
Это хорошие саженцы, которые я рассаживала по индивидуальным стаканчикам. Так. А это уже мои потери хороших саженцев. Был хороший саженец, ничего от него фактически не осталось, потому что приползают улитки, все съедают. А здесь вон еще уже смотрю, и еще кто-то. Скорее всего, капустная моль в этом году, от нее просто нет спасения. Ну и остальные саженцы капусты, они даже здесь незаметны, потому что их капустная моль очень сильно объела, и потом у меня не было времени их рассадить по индивидуальным стаканчикам, поэтому рассчитывать особо ни на что не приходится. Вот так выглядит моя калитка, к сожалению, сегодня. Ну, что еще показать вам? Еще много всего интересного, кроме спелых помидоров. Вор их съел. Здесь цинии, расцвели цинии зелененькие и пестренькие. Очень красивые. Мне нравится все, что здесь получилось. Мне очень нравится это. Хорошо растут. О, розовая. Какая милая, нежная розовая. Ну, это что-то попавшее неожиданно. Розовая, красная. Вообще должны были быть только вот такие пестрые цветы, побрызганные краской как будто бы. Ну, эти тоже хорошо. Зеленая цинния, я думала, она будет попышнее. По-моему, на упаковке была более пышная. Ну и такая тоже красивая, интересно, первый раз выращиваю зеленую цинию. Там у меня красная, я уже говорила в прошлом видео, что я не помню, откуда она у меня взялась. Вроде бы я красные цинии не сеяла. И здесь монарда зацвела. Были проливные дожди, несколько дней лил дождь и смыл с нее всяких вредителей. Тут на ней тля пыталась поселиться, еще кто-то. Но теперь все чистенько, пахнет очень вкусно. Это лимонная монарда однолетняя, по-другому еще называется бергамот. И здесь кукуруза, вот такая уже большая кукуруза вымахала. А космея рядом тоже, но еще не цветет. Кукуруза уже цветет, но почему-то вот она какой-то разной высоты. Ощущение, что груша очень сильно влияет на кукурузу. Здесь зацвела настурция. Я ее поздно сеяла. И такие вот цветы коралловые, лососевые. Лососевые, как-то там с лососем связано название. На переднем плане я посадила кустовые, на заднем плетистую. И вот плетистая начала плестись. А, уже я ее не достану. Она уже там на вторую сетку. И к соседям она уползла. Но довольно медленно растущее растение оказалось. И оттенок отличается. У всех цветочков, в принципе, отличается. Хотя у сортовых так не должно быть, конечно же. И это нехорошо. На закате я все это снимаю. Груши растут. Сегодня привезли мне сушилку. Я купила такую более мощную, профессиональную сушилку уже. Буду сушить все груши и яблоки, которые у нас вырастут. Хотя тут, конечно, кроме меня, еще кое-кто покушается на урожай. Ну, я не особо усердствовала в опрыскивании, вообще не усердствовала, поэтому просто я привыкла немножко делиться с вредителями. И мне, в принципе, всегда всего хватает. То, что остается, мне хватает. В контейнерах. Огород в контейнерах. Прекрасно. У меня все растет, развивается. Я уже вам показывала отдельное видео. Огород в контейнерах в июле. Кто интересуется этой темой, может посмотреть. А здесь у меня декоративные контейнеры, которые как раз в то видео не вошли. Забыла я их показать. Вот. Цинния растет. И георгины. Еще. О, кстати, это попала эта георгина сюда. Кинора фрилс. Я даже и не знала этого. Очень красиво будет цвести. Хорошо, что она здесь.
Здесь еще был лук подсажен в этих контейнерах, но я уже его убрала. И вот тоже Кинора Фрилс начинает зацветать. Супер! Или это Эрнст Хилшенер. Я путаю два этих сорта. Я их покупала в Латвии. По почте заказывала. Теперь у меня в голове путаница из этих двух сортов. Так, тыква. Тыква растет вовсю. Развивается прекрасно. Вот какая у меня тыква. Одна из. Вот это должен был быть голубой Хаббард. Но мне кажется, что это уже немножко переопылившийся голубой Хаббард, но я не уверена. Может, он такой и должен быть. Просто очень жирный вырос. Здесь что-то еще. Вот какая штучка. Большая плоская штучка. Это у нас, наверное, оранжевый... Нет, оранжевый батернат. Написано оранжевый батернат. Это вот эта тыква. Но, по-моему, оранжевый батернат должен быть другим. Это какой-то другой. И вот еще он. И вот еще. В общем, не знаю. Мне кажется, это не то, что должно было быть. Переопылились они. Базилик. Я посадила в этом году на улице. Думала, будет жаркое лето. В результате мы мерзнем все лето. Ну и базилик, конечно же, тоже мерзнет. Здесь у меня много сортов, вы видите. Но он фактически не растет. Только фиолетовый хорошо себя чувствует. Прямо такой нормальный, так скажем. Малина, осенняя малина начинает созревать. Очень много малины в этом году. Надо будет собрать, пройтись первые ягодки. Но это только самое-самое начало. В перспективе будет еще ого-го. До конца сентября здесь будет плодоношение, будет очень много малины. И перец на улице, вот он на улице растет и даже уже начинает созревать. Это шоколадный хоровод, у меня здесь два куста, вот. И вот, он неплохо вообще выдает. А здесь я не знаю, что это такое. А, это апельсинчик, перец апельсин вон там вот созревать начинает. И, скорее всего, это тоже апельсинчик, там тоже много плодов. Но очень холодно, уже август, но очень холодно, и уже ничего не приходится ждать от перца и от помидоров особо тоже. Капусту. Я собрала капусту, брокколи, это гибрид Батавия. Очень хорошо она здесь, конечно, у меня выросла. И вот уже после сбора начали расти еще боковые головочки. Здесь я вижу и здесь. Причем их уже тоже нужно срезать. А здесь я не была пару дней на огороде. И гибрид Маратон вот распался на отдельные соцветия. И какие-то долгоносики еще на нем массово столуются. Я первый раз вижу долгоносиков на капусте. Но их тут много. Вообще тут рядом лесочек. Поэтому вредителей в калиновке хватает. А здесь помидорки. Эксперимент. Жду, когда заболеют фитофторы, называется. Не собираю. И они уже начали созревать. Это отличный сорт. Огонек называется. Вот так вот. Вот он без особого ухода. В нашем дождливом, холодном лете вырос. И даже начинает созревать на кустах. Огонек. Это очень старинный советский сорт. Сейчас вы его уже в продаже особо и не найдете. А вот он такой. Он не разрастается бешеным кустом. Как вот у меня там чудо лентяя. Какие-то огромные-огромные кусты. Невероятные пасынки. А урожай, не знаю, будет ли там урожай или нет. Но я все пустила там на самотек. Огонек в этом плане лучше гораздо. И здесь это зеленая сластена. Это зеленоплодные детерминанты. Зеленоплодные. Вот очень даже хорошие помидорки. Ну, не знаю, в принципе, можно было бы и собрать. Но вот нам обещают очень теплую погоду. На эту неделю прямо жару. 26 градусов каждый день.
поэтому не хочется собирать. А на этой рабатке у меня ничего не изменилось за это время, кроме того, что вокруг хризантем выросло много сорняков. И расцвели флоксы, они оказались такими же, которые у меня уже есть в Алёнином саду. И расцвела ромашка. В Алёнином саду такая ромашка тоже есть. Вот очень красиво тут они вместе, ромашки и флоксы сосуществуют. Очень красивый, мне кажется, такой вид. Хорошее сочетание получилось, яркое. Но это все дикие заросли, до которых пока что руки не дошли. Я не знаю, уже дойдут они в этом году или нет. По плану у меня было здесь все сделать в этом году. Ну, хотя бы, может быть, я осенью, будет наверняка долгая теплая осень, зима, я подготовлю это место под посадки многолетников, роз в том числе, в следующем году. Ну, не все сразу, не все сразу, не успеваю я все сразу. Итак, я очень много здесь делала. Напоминаю, что этим огородом я первый сезон занимаюсь. Здесь все было заброшено, позабыто. Ну и перейдем вот к последней, получается, части моего огорода. Вот такой зелененькой пока что части. Все, вообще все, зеленые помидоры, ничего не созревает, потому что очень-очень холодно. Все стонут садоводы-огородники от того, что такие условия ужасные. Вот тыква наша, тыква. Посмотрите, не так уж сильно она и разрослась. И здесь учики-кури, и что-то там еще. Вот плоды, я вижу, уже там наливаются. Это перец-малютка. Меня спрашивали, вот, что у вас без укрытия перцы растут, и как это все происходит. Вот. Без укрытия вот эти контейнеры будут очень долго стоять, пока не придет угроза заморозков или такая очень холодная осень. Тогда я их могу убрать в теплицу. Но это специфические сорта. Так себя чувствуют на улице в наших условиях. Здесь пастернак. Очень крупные листья, но не знаю, что там внутри будет. Здесь кальраби. Некоторые уже можно... Да, вот это можно уже собрать. Кальраби. А эта белая должна быть крупнее. Пусть еще растет. Фасоль, черная тосканская капуста. Кейл. Замечательно разрослась, но жрут ее неимоверно. Кто там? Тоже какие-то долгоносики сидят. На каждом листочке долгоносики мелкие. Странно. Надо посмотреть, что это за долгоносики. Может, вы знаете, пишите в комментариях. Здесь у меня корн-салат или валерианелла зацвели. Зацвела или зацвел. А, так я всего два растения использовала в пищу. Я их срезала. У них цветоносы. И они стали снова отрастать. Вот. Молодые листики у них снова отрастают. Значит, это растение способно на такой фокус. Ну, я хочу собрать семена. Семян побольше, чтобы у меня было. Фасоль. И там еще видна брюква. Морковка. Отлично себя чувствует, конечно, морковка. А здесь перец. Перцу плохо. Но он плодоносит. Я вижу отсюда даже там. Пока что просто зеленые плоды. Конечно, их плохо видно. Но они там есть. И там рядом же лежит у меня укрывной. Просто некогда закрыть мне. Вот очень много разных дел. Не только же я в огороде живу, у меня же еще и жизнь личная есть, трудовая. Поэтому очень много дел. И в огороде я бываю очень редко. Вот я пришла, да, через 3 дня мне в огороде не было. Вор залез, сломал мне тут все, оказывается. Вот. Поэтому я не успеваю. И вот эта капуста... Ой, капуста, фасоль, польская фасоль, которая должна была быть обычная, кустовая, но она оказалась почему-то вьющаяся. И я уже там не стала ничего подпорки ставить, ничего делать. Бросила, пусть уж она там сама по себе как-нибудь разбирается. Ну, она и разбирается, они там с тыквой борются вместе, кто кого. Так, слегка покажу тут свои помидорки. Чуть-чуть, тоже руки не доходят, листья поубирать надо.
повыше. Ну, висят, урожай будет большой. Большая теплица, большой урожай. Но, конечно же, ни о каких зрелых помидорах речи не идет. Но зато у меня нет никаких гнилей, потому что вы сами видите, как у меня все здесь оторвано. Ветер оторвал, я не стала ничего приделывать. Все вот так вот у меня продувается со всех сторон. Но продувается холодно, поэтому ничего не созревает. С этой стороны картошка. Картошка уже давным-давно готова. Я не разрешаю Даше копать картошку, потому что нужно же снять видео, нужно же вам все подробно показать. Она вот меня уговорила, мы выкопали 2 куста. Отличный просто урожай картошки, там замечательная картошка, поверьте мне. После того, как мы на несколько дней съездим в Эстонию, после дня рождения Дианы, как мы его отпразднуем, я обязательно выкопаю эту картошку, мы все снимем и потом вам покажем, что же там у нас получилось. Если вы не смотрели весеннее видео, влог, то освежите память или посмотрите, для того, чтобы потом было интересно смотреть видео про картошку. Здесь лук-порей. Замечательно растет, развивается. Но Даша тут его немножко по краю потоптала, копая картошку. В общем, дети, собаки и кошки в огороде – это проблема может быть. Горох прекрасно тут растет. Это латышский национальный горох. Самый крупный горох в мире. Но его нужно есть, когда он уже такой зрелый. Потому что в молодом возрасте он горчит очень сильно, горький и неприятный. Ну а сейчас он уже готов. Я попробовала. Уже хороший горох. Также, конечно же, хорошо растет свекла. Что с ней станется? Растет, развивается себе, никому не мешая. Беспроблемные культуры. Это цилиндрическая свекла. Ну и другие сорта. Капуста. Капуста январский король 3. Шикарная здесь, конечно, капуста выросла. В отличие от Алёниного сада, я думала, что все будет наоборот. Даже уже немножко там он качанчик начал завязываться. Вся развалилась. Я же не ожидала, что она будет такая большая, такая крупная. Кабачки тоже растут гораздо лучше, чем в Алёнином саду. Но были позже посеяны, поэтому вот пока что только один отцвел кабачок. Начал формироваться, но перспектива вон какая большая. Много будет завязей. Ну, здесь тоже. Это, наверное, будет белый, белоплодный ранний колбачок. А это будет зеленый. Значит, у меня не взошли здесь желтые. Один не взошел куст. Я гадала, какой именно. Наверное, желтый. И ревень тоже в этом году посаженный малюсеньким таким корешочком. Поражает меня своими размерами. Никогда бы не подумала, что вот так может быть. Все, поменял участок и все иначе. Огород в контейнерах, о котором я уже рассказывала. Пока что, вот на сегодняшний день, на сегодня какое, 4 или 5 августа, у меня фитофторы нет, к счастью. Поэтому здесь все растет, развивается. Вот Деборау черный, какие замечательные кисточки висят. Загляденье, честно сказать. Так, с этой стороны еще арбуз. Да, арбуз, конечно, тут выращивать. Это была большая глупость. Ничего с него не получится уже у нас. Бархатцы красиво очень разрослись. И вот, получается, они так украшают дорожку. Трава не скошена, потому что в триммере проблемы некоторые возникли. Дорожку, по которой мы пойдем. Здесь кабачок спагетти или тыква спагетти. Почему-то 3 куста плетистые. Один куст. Кустовой кабачок. Вот уже тут кабачок. Кабачок. Еще один кабачок. Плоды есть. Но почему-то отличаются растения. Там я стала засаживать всю монарду. И вот эту вот монарду хочу показать. Она
потрясающе красивый цвет. Я увидела на рынке, влюбилась, купила, не раздумывая. Я люблю запах монарды. Там рядом растет вот здесь красная. И еще рядом я посадила розовую, такую сиреневую, но шансов на ее спасение мало. Это из Алёниного сада я выкопала ее. И вот этот цвет, нереально красивый цвет. Мне очень-очень нравится и цвет, конечно, и размер цветка. Очень красивая. Ну, по-хорошему надо срезать, чтобы растение прижилось лучше. Цветы использовать для чая, но мне жалко, очень красиво, потому что украшает. Артебида хорошо разрослась, много вот у нее бутончиков, то есть она здесь себя хорошо явно чувствует, благоденствует, можно сказать. Но не могу сказать, что я в восторге от этого растения, вот от его внешнего вида. И посмотрим еще на следующий год, что оно будет нам демонстрировать. И может быть, ну где-то как-то его посадим, но таким солистом на моих клумбах ратибиде не быть, конечно. Слишком непонятно для меня. То есть это или должен быть какой-то куст хорошо сформированный, держащий голову. Цвет, что-то, фактура какая-то, запах. Пока что ничего нет. Но всего лишь второй год после посева. То, как хорошо разрослись мяты, которые я посадила только в этом году сюда. Как они разрослись, уже закрыли пространство между собой. Вот они. И там еще одна мятка. Очень-очень мне они нравятся. Вот эта мята с курчавенькими листочками. Вот такая вот. Она медленнее растет, чем остальные мятки. Медленнее всех разрастается. Если вам не нравятся быстро растущие мяты, то можно вот такую курчаволистную выращивать. Она не будет все вокруг быстро заполонять. И так, что здесь еще? А, самосев Лафанта анисового я принесла сюда, посадила. Пусть растет. Это все-таки чеснок, а никакой не джусай. Продали мне, не мне продали, а моим зрителям, которые мне прислали эти семена. Вот продали, оказывается, семена чеснока. Что вообще редкость, на самом деле, собрать семена с чеснока очень сложно. А этот джусай тоже после пересадки, он себя отлично чувствует. Нужно будет срезать, потому что после срезки, говорят, он гораздо лучше растет. А то у меня уже вот и цвести собрался. Куда это годится? Никуда это не годится, конечно же. Батун так разросся тоже. Неимоверно. Но септориоз, я думала, здесь не будет меня беспокоить. Пероноспороз. Пероноспороз, я думала, здесь меня не будет беспокоить в Калиновке. Но с таким дождливым летом он меня и здесь достал. И даже батун заболел. То щавель здесь какой красивый. Как растет шикарно. Тоже в Алёнином саду от него никакого толку не было. Его там полностью объедали. Зимой он вымерзал, вымокал, выпирало его. Был ужасный. Листочка невозможно было найти целого. А здесь же красотища. Пока что, конечно же, вывод я сделаю такой, что Калиновка гораздо лучше по условиям, чем Алёнин сад. И вот как у меня еще подсолнух самосевом растет огромный. И я сделаю осенью видео и сравню как раз полностью Калиновку, Алёнин сад, кто лучше. Кстати, калины в этом году снова будет море. И снова мне надо будет ее заготавливать как-то. Если интересно, как я заготовила прошлогоднюю, то посмотрите видео заготовки июля. Там я рассказываю про один чудесный рецепт, который мне очень-очень понравился. И пойдемте, я вам покажу оранжерею, что у меня растет там. Здесь немножко навела порядок. Вот, тоже убрали стол. Готовимся к дню рождения Дианы. Там у нас будет праздник в саду проходить. Здесь вот помидорки. Осталась одна. Упала на пол.
Это сорт аккордеон. Остальные все красненькие помидорки были собраны и съедены. Обидно, конечно, потому что я даже Даше не разрешила из-за съемок съесть тут пару помидорчиков спелых было. А, ну вот еще съели желтую медовую каплю. Тут были красненькие помидорки. Вот одна осталась. Ой, красненькие. Баклажаны замечательно растут. Одно видео я уже про баклажаны показывала. Собирала урожай. А опять неудача. Как говорится, сюда повадилась ходить в туалет кошка. Так как все открыто. Вот вся стена убрана здесь. Теперь я убрала, чтобы проветривалось, когда было жарко. Все. И кошка стала ходить в туалет. Вот я ящик поставила. Ну, тут поставила, тут не поставила. И поэтому вот такая вот случилась беда. То кошки, то еще кто-нибудь ходит тут. Ходит тут, ходит. Ой, покажу вам баклажаны. Вот какие хорошие баклажанчики висят. Это сорт кировский. Вот еще. Ну и так далее. Там немножко плодов поменьше, но они зато покрупнее. И здесь баклажан. Очень-очень интересный баклажан. Посмотрите, какой баклажан. Классный. Классный. Это называется зеленая энергия. Я думала, что баклажан будет зеленого цвета, но он пока что фиолетовый. Может, потом позеленеет. Вот такой вот интересный. Вот эта зеленая энергия и полосатая семейка там на заднем фоне. Это новинка для меня, которая мне очень нравится. Виноград тут немножко я запустила, разросся сверху. Ну, ничего, все равно уже скоро совсем это все полностью сверху будет обрезаться. Все это уйдет, поэтому пусть он так пока поживет на свободе. Я надеюсь, что вы не забыли поставить пальчик вверх и подписаться на канал. Увидимся очень скоро в новом видео. А я желаю вам побольше красоты не только природы, но и красоты душевной у окружающих вас людей. Всего наилучшего, до новых встреч!